Ой, мераба, мои дорогие зрители, я знаю, вы скучали по мне. Меня несколько дней тут не было, я уезжал на родину, в Азербайджан. Как говорится, у отца был юбилей. И я им сделал сюрприз, никто не знал, что я прилетаю. 63-й поздравил, и вот вернулся. 2 дня туда и обратно. Анталия, Баку, Баку, Анталия. Так что, как молния. Или как орел полетел и прилетел. Смотрим. Нашел. Не нашел. А предоставляю вам хороший вариант. 2 плюс 1 в районе Оба. С огромной зеленой территорией. Тут дорог больших нету. Ну, трасс нету рядом. Но есть между этими зданиями улица. Одна. Да, одна только. Откуда проезжают машины. Огромная территория, большой бассейн. Айдат здесь 800 лир. Глазами вид на крепость Салани вот так, как вы сейчас видите, вот так даже скажу. Вид на зеленую территорию с этого балкона. Южная сторона. И сразу покажу квартиру, не буду томить вас. Первый балкон. Тут 2 балкона, 2 санузла, 2 спальни. Полноценная 2 плюс 1. Как вы видите, есть маркиза, механическая, ручная. Заходим в квартиру. Открою дверь, чтобы потом не терять время. Угу. Гостиная совмещена с кухней, мраморный пол. Бюджетный вариант на данный момент. Расстояние до моря 1840 метров максимум. Отмерил при помощи карты Google. Ну, кухня маленькая, бытовая техника фирмы Бека. Цена 138 тысяч евро. Бюджетный вариант. У меня также за 137 тысяч 200 евро есть у речки Дим и у моря 100 метров там расстояние. Ролик на канале, 138 цена была, там 800 евро скидочку сделал заранее. Так. Шкаф встроенный, как видите. Теплый пол в санузле. Угу. Так. Вот. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Цена 2 плюс 1 на данный момент вот в категориях вот это 138, 140, 135 редко выходит. Но видите, расстояние до моря 1840 метров. Там ролик есть на канале, я его несколько раз уже предоставлял, снимал. Я бы купил там, потому что там близко к морю. Но кто хочет тишину, может здесь тоже купить эту квартиру. Но здесь полноценно 2 санузла, 2 балкона. В той квартире 1 санузел и 1 большой. И тоже 2 балкона. Вот. 2-й санузел. Здесь тоже теплый пол. Но он не важен. Так как у нас 8-9 месяцев в Алании жарко. И тем более южная сторона. Юг, восток, там запад. Кондиционер фирмы Бека. Спальня тут минимум 15 или 17 квадратных метров. Вся полезная площадь. И еще 2-й балкон. Вот маленькая улица, которая дорожка между 2 зданиями. А там объездная дорога в той стороне. Закроем дверь. Видишь, что шума никакого нету. Все, шум от кондиционера. Тише, тихо, спокойно. Вид на елочку и на соседнее здание. Так, все, выйдем. Покажу вам территорию. Айдат 800 лир. Так, на этаже у нас 3 квартиры.
Нет, проект был сдан в 2008-2009 году. Видите, ну, здесь всего три этажа. 0, 1, 2, 3. Так. В районе Махмутла, Оркестр. Здесь у меня очень много вариантов, бюджетные варианты. Здесь, так как выдается ВНЖ, за это цены выше, чем всех районов. 1 плюс 1 у меня есть срочная продажа. 95 тысяч евро. Новостройка. Сдана 2 года назад максимум. Около парка писателей. Второй этаж от земли. Очень хороший вариант. Кто хочет инвестировать и купить, сдавать в аренду, звоните. Могу отправить фотки. И также очень много разных вариантов. Недвижимость. Работаю по запросу. Здесь детская игровая площадка, беседка. О, территория очень большая. Фруктовые деревья. Все посажено как на... Вот такой у нас бассейн. Есть генератор. Все. Цена 138 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасей из Солнечной Алании, район Оба. Всем пока-пока.